Ульяновские школьники представляют регион на первом съезде российского движения детей и молодежи. Он проходит в эти дни в столице и объединяет старшеклассников со всей страны. В ульяновской команде 12 активистов детско-юношеских движений региона. Напомню, инициативу о создании общего движения поддержал президент Владимир Путин. Это очень здорово, потому что теперь есть уникальная возможность объединить все общественные организации, детские и молодежные, под одно крыло, под одну крышу, если можно так сказать, российского движения детей и молодежи. То есть все проекты, которые молодежь и дети реализовывали на территории большой страны, теперь будут под эгидой российского движения детей и молодежи. Участникам съезда предстоит продумать название, структуру, наполнение и оформление нового детского движения. А еще у каждого будет уникальная возможность рассказать о своих идеях и найти единомышленников. Настрой у меня боевой, у меня слишком много идей и вообще у меня мотивация туда поехать, рассказать и поделиться с другими ребятами о своих идеях, возможностях, что мы можем реализовать не только у нас в городе, в регионах, а также и в стране. Перед отъездом школьники смогли лично познакомиться с ульяновскими министрами. Я желаю вам плодотворного участия в съезде. Не сдерживайте себя, высказывайте все креативные идеи. И я уже наслышана, насколько каждый из вас уникален. И точно ваши идеи будут поддержаны. На первом съезде, который завершится 21 декабря, будет создан музей российских детских общественных организаций, в котором соберут уникальные вещи из разных уголков страны.